На 10 работающих жителей Камчатки приходится 7 иждивенцев, сообщили в Камчатстате, где подвели демографические итоги прошлого года в регионе. Так, по данным службы, численность населения края на 1 января этого года составила 314 700 человек, сократившись за год на 834 человека. В 2018 году в Камчатском крае родилось 3417 детей. Это на 335 малышей или почти на 9% меньше, чем годом ранее. Мамам семерых детей было по 15 лет, самая взрослая мама родила в 52 года. В 2018 году в крае родились 35 двоен и 2 тройни. Статистики отмечают, что превышение смертности над рождаемостью наблюдается во всех муниципалитетах края, кроме Петропавловска, Быстринского и Пенжинского районов. В прошлом году на Камчатке мужчин умерло почти в полтора раза больше, чем женщин.